Сегодня мы решили записать романс композитора, современника Сергея Есенина, Василия Липатова, на одно из самых трогательных стихотворений «Письмо матери». Старушка, жив и я, привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. Пишут мне, что ты тая тревога, ошибка обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шушуне, и тебе в вечернем синем мраке часто видится одно и то ж, будто кто-то мне в кабацкой драке заданул под сердце финской нож. Ничего, родная, успокойся, это только тяжко. Не такой уж горький я пропойца, чтоб тебя не видя умереть. Я по-прежнему такой же нежный и мечтаю лишь о том, чтоб скорее от тоски мятежной воротиться в низенький наш дом. Я вернусь, когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад. Не буди, как 8 лет назад. Ты одна мне помощь и отрада.
несказанный свет. Так забудь же про свою тревогу, не грусти так шибко обо мне.